Всем привет, друзья! В этом выпуске я хочу поговорить о YouTube, где брать, в общем, идеи для роликов и как я думаю, чем можно выделиться на YouTube, собственно. Мне кажется, уже особо ничем не выделишься, в принципе. Нужно просто либо... Обычно YouTube работает так, как если ты... Типа, делаешь полезный контент, полезный для людей, да, вот человек спрашивает, да, что ему сделать, как ему сделать, допустим, не знаю, там, записать звук, там, или сделать трек за 5 минут, как Моргенштерн выстрелил, то это набирает популярность, расходится, а остальное все нужно либо на какой-то креативности очень выезжать, очень необычно что-то делать, но я смотрю всех блогеров, но... Мне кажется, блин, они все равно однотипные. Ну, блин, ну это здорово вообще. Вообще, сама тема очень крутая. Нужен полезный контент, и я такой думаю, что ж мне надо делать такого полезного, да, и что я могу рассказать, собственно, зрителю, что он не знает, и чтобы это как-то помогло людям. На самом деле, ну не знаю, я могу рассказать, как выстрелить свет, но он у меня не такой. Короче, небольшой творческий кризис, и вот решил немножко так поразмышлять с самим собой, с вами. Сделал один видос ASMR, не знаю, зайдет, не зайдет. Мне кажется, это такая стезяния слова. Да мне даже не важно, зайдет или нет, я просто хочу найти какую-то тему, вот такой творческий поиск, чтобы пилить и поэтапно. Но, скорее всего, это будет так, что я буду просто отвечать на какие-то вопросы, я запишу себе как сценарий, да, и буду отвечать вам на видео. Там уже будет серия. Ну, пока у меня 39 человек, то есть, ну, это смешно. Но зато доставляет удовольствие. Монтировать более-менее научился получше. Думаю, буду делать креативнее. И лучше, лучше, лучше. Главная практика. Тоже посмотрел чувака Слава Мерва. Рассказывает, как загинался канал. Там было 30 подписчиков, ничего не было. Потом уже 100 тысяч. И в итоге творческий кризис. И вот как он с Моргенштерном там замутился. Блин, ну, я надеюсь, у меня такого не будет. А, наоборот. Я надеюсь, что у меня будет какая-то идея. На самом деле, важно, вот, в принципе, на Ютубе не техника, да, там, качество. Понятно, что сейчас Ютуб очень вырос и требует какого-то оборудования, да, профессионального, чтобы была картинка хорошая, но умение обрабатывать, в принципе. Но фишка-то в том, смысл, да, что ты доносишь. Если это прикольно, прям ржачно. Ну, не знаю, мне пока, мне кажется, такой, типа, сухой, что ли, контент. Но стихи мне очень нравятся, читать. Блин, это здорово. На самом деле, не все сразу, мне кажется. Пока мне это в аудитории вообще. Но я думаю, постепенно он берется. Изучая там тренды. Прикольно еще, когда ты в тренды попадаешь, какую-то тему такую трепещущую. Ну, оно мне, наверное, не нужно. Главное просто с темами разобраться, по сюжетной линии, да, что рассказывать. Просто одно дело, если ты обзорчик чего-то, да, какую аппаратуру, там, какую аппаратуру нужно рассказывать. Нет, такого нет. Не особо интересно. Стихи нравятся, что ли. Какая-то философская такая тема, да, прикольно. Видосы, когда я снимаю там, модели, да, это вообще пушка. Но пока снимать модели карантин, типа, не могу, как бы, пустоваться. И еще фишка в том, у меня есть там, получается, плейлист с этим, с пассивным доходом, там, акциями, либо биткоин. Тоже сейчас такое, ну, тоже вкидывать денег один раз, вот это не айс, потому что карантин, ну, все пострадало, да и рынок фондовый
автострада. Буду искать, в общем, темы. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я пока рад буду изучать, на какие вопросы отвечать людям. Пока.